Зима стремительно вступила в свои права, обильно укрывая Артемовский городской округ нескончаемыми осадками, что в свою очередь повлекло рост ДТП. Так, на 130-м километре автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевская произошла страшная трагедия, в результате которой погиб человек. Водитель автомобиля Kia 60-го года рождения двигался со стороны поселка Красногвардейский в сторону поселка Булунаш по автодороге Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевская. На 130-м километре, не справившись с управлением, допустил опрокидывание с проезжей части дороги, где водитель автомобиля на месте скончался. Причиной данного ДТП явилось несоответствие скоростного режима водителям в конкретных условиях. Хотелось бы прибегнуть всех участников дорожного движения, соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. В ходе разбирательства сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что водитель последний раз нарушал правила дорожного движения в 2014 году. Тогда он был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без ремня безопасности. Причины ДТП установит следствие. Госавтоинспекция города Артемовского сообщает, что в ближайшее время синоптики прогнозируют выпадение осадков до 20 сантиметров, ухудшение дорожных условий, заторы на трассах, перебой в подаче электроэнергии. В связи с этим необходимо соблюдать меры безопасности, не планировать дальние поездки без особой необходимости, выезжая в дальний путь, ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять теплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон и соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. В случае дорожно-транспортных происшествий, нештатных ситуаций на автодорогах, наличие пешеходов, особенно в темное время суток, на загородных автодорогах, пьяных водителей, управляющих транспортным средством и прочих обстоятельствах, влияющих на безопасность участников дорожного движения, необходимо звонить по телефону 112 или 02.